Так, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим игрушечку под названием Океан из Home Survival Island. Island или Dead? Dead Island, да. Survival Island. Что-то типа того. В общем, здесь у нас добавлены новые бункеры, новые, так, ладно, добывай ресурсы, ищи еду, крафти вещи и пытайся выжить на своем острове. Так, на чё, на своем? В натуре на своем, но это бред. Как можно, блядь, выжить на своем острове? Мне просто интересно. То есть, мы такие попадаем на остров из-за того, что наш Титаник потонул. Ну, не на наш остров, блядь, короче, наш остров, не наш, в общем, давайте посмотрим, так, аудио, графика, что такое, вода, дистанция, давайте поставим чуть, сука, выше, нельзя, видите, нельзя, контроль, ладно, ну, язык русский, а, как его, Continuum Game, Nav Game, You are. Так, to start new game, you last save it. Continue. Ну, давайте continue нажмем. Мне просто интересно, я никогда в эту игру, кстати, не играл. Только вот ее поставил впервые. И решил проверить, что у нас вот, блядь. Ну, ни хера здесь нету, блядь. Что они там рассказывают? Охереть. Я в этой игре, оказывается, 9 минут 8 секунд. Не, ну да, 9 минут 8. 8 секунд уже был. Что ты такое? А, вот так вот бегать. Вот так вот. Блять, управление, конечно, вообще звездец. Давайте управление немножко поменяем. Open Shop. Контроль. Давайте, наверное, чуть более. Сука, улучшим. О, все. Сейф. Сейф. О, сейф. О, более-менее. Так, что нам нужно? Это что такое? Ага, ни хера мы тут не можем сделать. Так, в общем, где-то у нас здесь корабль, по идее, потонул. Сейчас посмотрим, попробуем. Что это, блядь, такое? Что это за прицел? Какой-то карандаш. А, это бутылка. Ну, давайте мы с вами... Блядь, возьмем. Ну, мы взяли ее, не? Взяли. Я вообще не могу понять, что за бред. А, так, можно сюда переместиться. Или, да, сюда. О, ниже чуть-чуть сюда. Сумка. А, у нас тут бутылочка есть, нож. Ну, отлично. Давайте, наверное, нож вот сюда. Ну, а как его переместить? Блять. Ладно. Да нет, это звездец, она какая-то подлагивающая. Вообще. Что-то мне... Что мы можем здесь делать? Кулаком бить можем, да? Угу. Да, деремся кулаком. О, так у нас руки есть, оказывается. Ё-моё. У нас есть руки. О, сейчас мы будем валить оленей. Блин, ну это херня реально. Как им можно вообще играть? Ну вот. Ага, 6 камней. Угу. Так, это создать эту всякую шляпу. Хорошо, давайте посмотрим, что нужно для создания пистолета. Ага, металл. Будем тут, короче, все это дерьмо. А, домик, да, чтобы построить нам нужно. Угу, угу. Ну, по сути, можно, да, пытаться что-то пытаться. А вот стены у нас есть. Угу. Так, давайте попробуем. Попробуем сломать дерево. Кулаком валим. Не, кулаком не получается. Ой, мать его за ногу, что за игра? Ну, как мне его, блядь, взять, вытащить? Сука, сюда. Как мне его нахер вытащить сюда? А, наверное... Ой, ёпперсто, вот это я, конечно, красавчик. Ну, хорошо, я, у меня нож есть. Как мне хоть что-нибудь, блядь, сделать?
Я понял. Мир открытый. Дерево, хотя могу и дерево эту, блядь. Кусты эти могу я сломать? Ни хера я не могу, блядь, с этими даже кустами сделать. Зашибенская просто игра. О. Это нам надо, наверное, вот так сделать. Оп. Нет. А, вот так. Все, есть. Камень, нихера я с камнем не сделаю. Оленя надо прирезать. Олень, иди сюда. Иди сюда, олень. Тихо, иди сюда, олень. Че ты такой? Иди сюда. Блять. Ничего, кулаками бить или как? Это, короче. Так, камни. О, олени бегают по деревьям. Нормально. Вообще тема. Вау. Не, ну, игра классная, конечно, да. Без базара. А, во, я прошел мимо этого. А, вот, смотрите, вот здесь у нас есть палки. Бревна, вернее. И что нам надо сделать? Наверное, собрать. Нет. Побить кулаками нет. Это что такое? Блять, и это не это. Что ж за херня? Что за дерьмо? Как его, блять, все это? О! Теперь мы будем валить. Вот так, вот так. Ага. Собрали. Еще раз, наверное, собрали. Ну, по идее. Да, палки мы собираем. Оп. И еще собрали. Все отлично. Мы понасобирали все палок. Теперь можем скрафтить какую-то тему. Что мы можем скрафтить? А, вот крафт. Ну давайте посмотрим. Что мы можем с вами сделать? Угу. Так, молоток. Нахер нам надо молоток? Молоточек. Ага. Этой штуки у нас куча. А 6 камней. А где же камни брать? А, камни, по идее, брать, наверное, с этой... Где тут? А, вот. Сейчас мы будем ножом херячить. Так. Делаем вот так. Не, не так. Вот так. Раз. Так, зажали. Взяли. Опять раз. Зажали, взяли. Раз. Неплохо получается. Согласитесь. Я вообще просто мастер. Блять. Что это такое, мне интересно? Что это за штука такая? Мы ее можем сломать? Оп. Оп. Не. Какие-то текстуры непонятные. Разработчики, наверное, видать, хотели сделать завод. Ой, завод, блядь, завод. Забор. Ладно, давайте сейчас попробуем скрафтить что-нибудь интересное. Стоп, секунду. У меня вот эта херня есть, по идее, да? Нету. Так. Секундочку, алло. У меня есть камни. А, не все камни. Еще надо камней мне. Еще немножечко камней, и мы будем сейчас... Так, теперь чик. Все, собрали. Теперь можно смотреть. Крафт. Блять, камней нету. А какого хера нету камней? Какого хрена нету камней? Как мне их, блять, создать? Мать его за ногу. Как мне эти камни создать? Стоны. Ну, стоны, я понимаю, что на стоны. А, чё, как его сделать? Материалы эти. Вообще я не врублюсь. Ну, камни у нас есть. Какие-то непонятные. Так, это у нас что такое? Тоже камень. Ну, давайте еще этот камень. О, кабанчик, иди сюда. Он нас, наверное, сейчас завалит, я думаю. Блин, такая-то непонятная, конечно, игра.
Мы что, его заваливаем, да, не? О, валим, валим. А наше хп где? У-у-у, нас сейчас быстрее, наверное, завалит. Хух. У нас 10% хп осталось. Ну, то ничего страшного. Забираем мяско. Не, не забираем. О, да, можно похавать. Так, давайте похаваем вот это вот. Чук-чук-чук. А, или надо его сюда переместить. Ит, ит, мит. Окей. Так, все. You are dead. Короче, в общем, я понял все теперь. Игра эта тупо непонятная, тупо... Ну, или я просто не понимаю. В общем, last save. Блин, мне кажется, это все фигня, реально. Честно, вообще неудобная, по сути, нихера. Куча функций, честно говоря, просто ненужных. Вот, к примеру, камень, да? Давайте еще раз попробуем все-таки. Нож у нас есть? Есть. Давайте просто ради интереса. Есть нож. Мы его жахнули. А, вот. Вот так вот надо. Жахнули. Не. Ну, это чисто тупая... Блин, текстура. Вот это тоже непонятная, просто обычная текстура. Чтоб нам какое-то дерево найти, блядь, нам дали такой один нож. Мы должны добежать вот сюда, чуть подальше. Здесь вот куски деревьев просто валяются, бревна гребаные просто валяются. Ходят всякие кабаны. А, и вот у нас еще есть, по-моему, где-то. Да, 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 смотрите, по-моему, вон. Дерево валяется, бревна, по идее. Честно говоря, неудобно до пипецов. Жестко, просто неудобно играть. Куча действительно кнопок непонятных, непонятно, что как к чему делается. Ой, да. В общем, типа ударили, зажали, забрали и тому подобное. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, неудобная игра.